Всем привет! И сегодня я хочу вам показать, что мне подарила моя подружка Марика. Подписывайтесь на мой канал. Я, наверное, смонтирую вот здесь, где-то будет тут. Вот, и поэтому давайте начнем. Я распаковываю палец. Та-дак! Он в таком пакетике обычном. Ну, мы сейчас посмотрим, что интересного. Я вижу, что там что-то интересное. Давайте. Тут сначала идет какая-то бумажка. Давайте посмотрим. А, здесь написано инструкция. Давайте. Привет, надеюсь, тебе... Кстати, у меня через 2 дня день рождения, уже через 1. Хоть завтра день рождения, считайте. Надеюсь, тебе понравился мой слайм. Ну, в любом случае, тебя с днем рождения. Спасибо, Марика. В наборе слайм, блестки, пенопласт средний, активатор, шарики, добавка для слайма, колечки. Ну ладно, пока. Желаю тебе удачи. Вот, спасибо, Марика. Давайте посмотрим, что тут у нас по списку. Слайм. Слайм. Круто. Ой, вот так открываем слаймы. Он так вкусно пахнет. Круто. Даже не воняет. Вау. А как он тянется. Немножечко туго, но так-то нормально. Круто вообще. Немного рассыпаются шарики, но это так можно. Круто вообще слайм, Марика, спасибо. Так, немножечко рассыпаются шарики. Слайм круто кликает, правда этого не слышно. Вот. Давайте сложим этот слайм обратно. Думаю, те добавки, которые она написала, я не буду добавлять сразу в слайм. Что дальше? Блестки. Где тут у нас блестки? А, вот это вот блестки. Вау, как круто. Смотрите, как сахар какой-то. Но он блестящий, поэтому это не похоже на сахар. Как круто. Наверное, в слайме это очень круто выглядит. Но я вообще не буду его сразу добавлять в слайм. Мало ли что случится. Вот такой вот блестки. Давайте дальше. Пенопласт средний. Это где вот такой вот красивый розовый пенопласт в специальной баночке. Круто вообще. Так, что дальше? Добавка для... Так, вот сейчас. Активатор. Видимо, вот это вот активатор. Круто. Выглядит круто. Так. Активатор, шарики. Что это? А, нет. Нет. Шарник. Шарник, да. Шарник. Вот такой вот шарник бургер. Очень мило. Так, теперь. Добавка для слайма. Колечки. Вот такие вот колечки. Давайте их потрогаем пока что. Мягкие такие, приятные. Круто вообще. Спасибо, Марике, за такой чудесный подарок. Еще раз уточню, вот здесь надо подписываться. Поэтому вот. Итак, смотрите, что тут лежало в этом наборе. Слаймик. Такие вот колечки. Павка. Шармик, бургер. Активатор. Розовые шарики с блестками и... шарик. Интересно, так задумано или она случайно? Блестящий, как сахар, блестки. Ну вот и все. Стоп. А еще инструкция с прекрасным поздравлением от Марики. Спасибо тебе большое. Я тебя люблю как подружку. Очень-очень-очень. Вот. Шарник. Спасибо за шарник. Бургер крутой. Колечки. Очень красиво. Слаймик сам просто нереально обалденный. Прям жмякать хочется вечно. Да. Активаторик. Спасибо. Мало ли что может случиться с слаймом. Спасибо за это. Предусмотрела. Сахарные блестки. Очень красивые добавки.
Спасибо. Конечно же, самые популярные шарики для слайма. Спасибо за такие вот чудесные подарки. Я сложу в этот пакет сначала, а потом я их куда-нибудь положу, если понадобится. Да, мне через 2 дня день рождения. Кстати говоря, об этом мне еще один подарок уже подарили. Сейчас покажу вам. Это очень-очень необычный подарок. Да-да-да-да-да, у меня появился свой цветочек. Ее зовут Лимон. Кажется, это она. Это... как там называется? Сейчас посмотрю. Называется Хризантема. Кажется, так, да. Вот. Смотрите. Это не думайте, что я типа такая специально либо выбрала такие, либо магазин у меня плохой, либо я сама специально оторвала этому бедному цветочку. Любите, не пишите так. У хризантем они, короче, выпадают на некоторое время, потом обратно вырастают. У них зацветание, расцветание, расцветание, зацветание. Поэтому вот такая вот штука. Смотря насколько у них твердые или мягкие листья. Вот здесь внизу они мягкие, а здесь чуть-чуть твердые. Вот. В общем, поэтому их на самом деле 3 штуки. Внутри, конечно же, земля, как же без нее. И вот такая вот клумба. Пока цветет очень хорошо вот эти 2, а вот этот уже расцветает. Или как там называется? Выпадает. Некоторые лепестки мы выкинули, но я думаю, скоро это будет как декор комнаты. Вот такая вот лимоночка. Да, меня зовут Лимона, и ее зовут Лимона. Ну, конечно, знаете, что мое настоящее имя Алима, а ее Лимона. Смотрите, вот такая вот красота. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайкосики за слайм и, конечно же, за лимоночку. Всем пока!